Продолжение нашей истории в Шахтерске. Наглые укропитеки решили выскочить, застать нас врасплох, но не угадали. Мы сюда пришли не играться или прогулки устраивать, мы пришли защищать Донбасс. И сегодня была разбита колонна, которая попыталась наглым образом ворваться сюда, закрепиться. Был пойман нашей группой один пленный. Через полчаса вот и второго наковыряли. Пацан, давайте я буду допрашивать, вы будете. Хорошо. Хорошо, красавчик, красавец. Как Куала руководил солдат? Какая тебя? Погромче скажи. Так что, Коваленко Вадим. У нас с тобой через два дня праздник. Это кто? Да? Коваленко Вадим, да? Военнопленный. Да. Я понимаю. Стрелу. Должность какая? Зенитчик. Руку опусти. Сколько вам платят денег? Нам платили в части, так як були ми в часті, якраз вирізали часті, ми по 500 рублів дали нам 2000 гривень. І це раз заплатили 2000. Ти бачив дома розбиті мирних жителів? Тебе пойти показати? А у цьому бачив, у Краматорську. А тут бачив? А Пославівську якого хрена ви стріляли? Офіцери всі з центральної і західної України. Ну так, да, один із цього. Із Полтавської області. Ну, там був оці бомбежки, це стара, що стоїть. Хорошо, що ми тобі зробили? Нічого. Зачем ти сюди прийшов? Тому що я не знав, що ми сюди сидимо. Я знав, що сюди будемо це, ніколи в житті сидимо. Знаєш, я теж тобі скажу одну річ. Ми більше українці, ніж ти, гніда. Знаєш, чому? Ми не йдемо к вам. Мы не стреляем в ваши дома, мы свою землю да защищаем. Да мы по вас не стреляем просто. И за свое мнение, которое у нас, мы не убиваем других, у которых отличное мнение от нас, отличающееся. Кто отдал вам приказ идти сюда? Бомба. Зачем он отдал вам этот приказ? Я не знаю. Как не знаешь? С какой целью вы шли сюда? С какой целью вы стреляли? Я думаю, что мы на бьющий сел, что мы текали. С какой целью вы стреляли? Це по рації, у нас командири свої, блин, командири... Що? Який приказ був по рації? Не знаю, не чув, бо я сидів з боку, тут він сидів спереді перед люком. Ну що, це вбиводіло. Де ваші командири? Командири до нас. В Яні. Наші. А ті я не знаю, де. Они сбежали? Ну так. Да. Они вас бросили? Вони були спереді, в колоні. Они вас бросили? Получается так? Получается, да. Еще раз повтори фамилию, свое имя, отчество. Коваленко Вадим Иванович. И ребят этих? Ну там я знаю только одного, Федоряка, Петра Викторовича. А остальные кто? И Судов. Фамилию только и все. А таких остальных я не знаю. Что ты шел вообще воевать? За чужие бабки, которые отмывают на этой земле? Ты приехал конфеты раздавать, да? А? А что ты робил тут? Я приехал, да. А? Приїхав в Краматорськ на базу. Ага, і що? Ну, вона стоїть, не сиди, приїхала. Та ти що? Автомат тобі до тебе прив'язала, так? Чесне слово. Автомат до тебе прив'язали, ні? Не стрельнув ні разу. А? Та ти що не стрельнув? Чесне слово. Його ті не стріляли. А? Це не знаю. Так? Приїдь сюди, забери. Я тут знаходжусь. Де тут? Сейчас тихо-тихо зачистим Шахтерск. Наши ребята, которые сегодня у нас два погибло, укропы, говорю вам, 2 из 10 будут. Так что они все сегодня один к одному отомщены, но мы продолжим. Лучше уходить из Донбасса.